Всем привет, дорогие друзья, с вами Дорезди, добро пожаловать в Голодные игры Курчагарю. Вот, давайте начнем с того, что мы откроем с вами сундучки. Два железных и один простой. Вот, поднакопили. Первый сундучок. Ну, в принципе, сойдет. Все-таки он железный, давайте простой откроем. Вот, ну, тут самое простое. И еще один железный. Так, всякие тряпочки тут. Щиты, ну, нормально, неплохо. Нам бы, конечно, лучше желтые, золотые сундуки. Так, тут мы крутили, оказывается, рулетку. И, видимо, с утра. Давайте посмотрим, кто сколько принес. Влад, ух ты же, блин. Смотрите, Влад, сколько принес. 1100 опыта, ребят. Вот с кого надо брать пример. Влад, ты просто супер, молодец. Вот, возможно, тебя попытаются другие кланы переманить. Так что не поддавайся. А, зато у нас ты популярен. А Руслан также тоже крут. Марина, Саня, Леня, Елена. Вот, молодец. Богдан, Виталий, Матвей, Дима. Вот, ребята, молодцы. Очень хорошо стараются. Очень хорошо приносят. Ребят, запомните. Вот, все, кто больше 100 очков приносит, это уже молодцы. Очень круто. Ну что ж, некоторые пока что я еще... Узнал, поговорю с некоторыми, когда будет время. Вот, собираются они оставаться в нашем клане или нет. Вот, ну а мы пока что, ребят, давайте продолжим уже. Много заявок, ребят, в клан. Смотрите, Максим, давайте возьмем его, потом поговорим. Ну, слишком крутой левел, я думаю, нам такие нужны. Не помешают, он все равно профессионал. Слишком много заявок в клан, ребят, я посмотрю. Есть такая... как бы вероятность, что мы с вами будем от 100, от сотого левела брать в клан только, потому что, ну, уже реально некуда. Да и вообще у нас клан, считай, сформировался почти, что скоро я думаю, уже не буду никого брать. Так что сильно не просите, ребят, взять в клан, ну, действительно, ну, нет места. Вот, все, кто изначально у нас был, я уже как бы привык к ним, и, ну... То есть, такого же... Блин, ажиотаж, конечно. Я вообще не ожидал. Может быть, потом разработчики разрешат, ну, больше 50 человек. Было бы круто. Кстати, давайте скин сменим. На какой-нибудь другой. Ну, блин, теперь надо выйти. Эй, кто-нибудь, съешьте меня. А кто тут вообще из кланов? Аир, Стая, Хаус играет. Янь, Факью, Дариди вот. Так, блин, блин, блин. Нет, съешь меня, пожалуйста. Да, отлично. А, я сейчас просто вернусь. Скин другой возьмем. Какой же возьмем скин, ребят? Давайте черепка возьмем. Круто будет. Ну что ж, продолжим играть. Давайте выясним, кто мир, кто не мир. Я просто пока что не знаю. Аир. Аир меня кормит. Отлично. Я так понимаю, мы тут будем тимиться. Большую часть времени, хорошо. А, так, мистер Клоун Дак. Мистер Клоун Дак с нами. И малой. Хаос и Аир. Ладно, Хаос и Аир, запомнили. Так, я тут. Так, из наших. Отлично. Так, Аир и Хаос. А будет ли он разбиваться? Так, немножко давайте скушаем. Ай-яй-яй, осторожно, осторожно. Чуть не съели. Аир и Хаос, Тим. А, блин. Так, ну что ж, возвращаемся. Так, давайте. Давайте часть отдадим. Вот, отлично. Так, круто.
Так, я там вижу еще нашего хренчик. С нами еще и хренчик, отлично. Ну, конечно, лучше, лучше в тим играть. Ах ты, мы съели, да, кого-то? Так, кормимся, кормимся. Ну там уже у них такой сговоренный тим. Так, стая, я пока что не знаю ничего от стаи. Пока что Аир и Хаос, ребят. Вот, наши друзья. Отлично. Аир и Хаос, надо запомнить. Так, кто там еще из наших? Буст я даже вообще не использую. То есть, оказывается, так можно легко экономить бусты. Ах ты, блин. Нет, 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 нет. Я не специально это сделал. Так, там все, все с нами. Так, со стаи идут. Покормили немножко. Да, я так понимаю, тут все тим. Так, Аир. Нагибайка, ты меня обманул, а я думал, думала, что мы подружились. Так, а вон и стая, я вижу. Так, нормально. Давайте стаю покормим. Стая, стая. Так, других врагов надо избегать, ребят. Стая тоже с нами. Вон, Саира, Саира, приятель. Не-не-не-не-не. Все нормально. Так, ребята, с нами. Хорошо. Выживаем. Жора, я не знаю, собираются они есть нас или нет. Вон, стая кормит тоже нас. Хорошо. Так, а будут ли враги у нас? Пока что тут такой дружеский у нас сервер, ребят. Врагов нет вообще. Так, хренчик. Давайте набирать массу. Так, пускай он возьмет. Че, они будут брать? Ускорение. Так, стая фишка. Так, нормально. Знак примирения. Так, хорошо. Живем. Нормально. Вон, я вижу колечко еще. Так, надо, надо. Нам все-таки тимиться с другими кланами, ребят. Я где-то здесь блуждаю. А, Райдер Фокс у нас. Так, отлично. Давайте льва, что ли, покормим. Так, нормально. Живем. Я думаю, неплохого опыта заработаем. Так, хорошо.
Малая. Малая с нами. А, блин. Хренчик сел, да? В принципе, я бы с ним разобрался. Ну ладно. Продолжим. А чё нам надо поэта? А, продержитесь в топе 10 3 минуты и получу сундук. Ладно, еще продержимся, я думаю. Вот, ребята помогают мне. Благодарочка. Так, а я здесь. Так, вот так вот. Отлично. А лев, Райдер Фокс какой-то. Неплохо. Еще немножко сложно комментировать. Вот я еще после работы устал. Великолепно. Так. Нормально тимимся. Так, с хаоса я вижу приятеля. Так, это кто такой? Царь какой-то. Блистательно. Так, а чтобы знать, как злиться кнопочка вообще один. Абойд. 1994. Так. Отлично. Так, а что, он не хочет? Не хочет, что ли? Жить? О, спасибо. Спасибо за массу. Давайте подарим ему. Так. Забавно. Так, ну сейчас ему опасно делиться. Нет, нормально, смотрите. Тверь какой-то у нас. Тоже с нашего клана. Нагибайка. Нормально живем. Неплохо тебе ребят на первом месте. У нас такой дружеский тим. Я думаю, я так и назову. Блистательно. Ничего плохого не происходит. Так. Что-то получается, да, у нас? Нормально. Живем. Все нормально, доигрались. Ничего страшного, сколько. Я думаю, прилично очков заработал. Так, отлично, сейчас мы начнем. А, с масса 400 я поделился с друзьями и новостью. Так. Хренчик. А куда поле. Молоточек, а кто нанес молоточек на него? Так, хорошо. Тут нагибайка у нас.
Так, круто. Крутотейка. Так, хренчик. Блин, льва съели. Ах ты, блин, сейчас. Так вот, живем. Нормально, нормально так. А вон я еще живой. Маленький Дариди. Ах ты, блин, вот, вот так вот. Вроде живы, будем живы, будем, не помрем. Бешеный Тим. Нагибайка. Так, зато сейчас будем видеть, сколько получаем. 268 опыта, неплохо. Это получается 2 опыта в клан уходит. Так, а знать бы кто. Кто за нас, кто против нас. Уже точно определиться. Нам пока что никто не хочет мешать. А Фан Дариди, отлично. 109 левел. Отлично. Аира. Малой, отлично. Из клана Ред, братишка у нас. Не знаю, за он или против нас. Но пока что все нормально у нас. Пока что никто никого не обижает. Пока что мир у нас. Я даже буст, ребят, не трачу. Что очень удивительно. Так, давайте малой поможем. Твир, давайте Твира подкормили, отлично. Какой хороший у нас клановый тим. Так, вон я вижу из стаи. Кто это? Кто это, интересно? Давайте будем знать, кто за нас, кто против. Ох ты, смотрите какой. Съесть хотел, я не заметил, кто это. Кто-то из оранжевый. Неф. Так, Аир. Ой, стай. Оксимирон у нас тут есть. Отлично. Стая. Так, ребят, из стаи тоже хорошие парни, ребята. Нормально. Так, сейчас на колючку попробую напороться. Так, что-то нас как-то зажали немножечко. Нужно бы выбираться отсюда. Так, неплохо. Фандариди, Твиттер. То есть тут все наши ребята. Очень-очень круто у нас. Крутой тим, я считаю. Так, это кто, интересно? Из стаи. Кто-то из стаи у нас тут. Неплохо тимится. Очень хорошо. Блин. Так, хорошо. Давайте стаю покормим. Райди Фокс. Нормально.
Живем. Вон малой. Так, а кто на кого нанес, что? Так, фан. Давайте фана покормим. Кто еще хочет кушать? Кто, ребят, хочет кушать, налетайте. Блистательно. Собираем колючки. Ух ты, а там что-то у нас не очень хорошо. Я вижу Елену. Так, а кто... Кто виноват-то? Кто против нас? Я просто не вижу. Так. Где Дариди? Я здесь. Так, кто враги? Давайте узнаем, кто враги, ребят. Так, я... Аир, нет. Аир вроде нормально. И азот. Пишет, что азот. Ладно, сейчас посмотрим. Так, Ред. Ред, враги. Я заметил. Так, давайте поможем. Вот, Еленочка, молодец. Смотрите, Ред. Ред, враги. Неожиданно произошло все. Так, ну ладно. Будем знать. Они зеленые. Так, ну что ж, будем знать. Ух ты, что у нас тут происходит. Так, стая. Ну, мы сейчас зажмем его, конечно. Блин, съели нас. Фан, Дариди, молодец, Дариди. Он сейчас может съесть все-таки его. Мне помочь ему. Он слева где-то. Сейчас давайте бегом. Побежим к нему. Где-то слева вверху он был. Так, ну и где ты? Клан Ред. Так, блистательно, молодец. Справился? Так, и Заир я вижу. Давайте возьмем лучше. Так, вот нормально. Так, зеленые и зеленые плохие. Так, нормально. Так, а... Дар 7. Помогаем Дар 7. Так, вроде все нормально. А хренчика вижу. Что делать дальше? Так, малой. Из Заира. Кто это такой, смотрите, маленький, зеленый? Злится еще. Давайте фана. Фана покормим. Так, врагов пока что не вижу. Так, Елена. Давайте кормим Елену.
Вот так вот нормально. Так, что происходит тут? Отлично. Так, со стаи есть хренчик. Твиттер. Твиттер. Замечательно. А Багира, это Янь, я не знал, они плохие, нет? О, смотрите, нет, Янь тоже хороший. Зачем ты съела? Так, хорошо. Блистательно. Все очень круто. Так, впереди ничего не вижу. Ах ты, блин, фант. Жадный всех сил. Так, ладно, продолжим. Мне 400 массы. Сейчас опять должно быть. Мы на первом месте. Так, Red. Red. Они уже не зеленые, да? А ты... Зачем? Я тебя не хотел есть сам. Сам виноват. Ладно. А, надо даже было поплакать, точно. Так, пока ничего не использую. А, Фокс. Нормально. Хорошо. А я не знаю, смотрите. Надо узнать, он за нас, не за нас. Вроде играет, хорошо. А, ДС. Как тут много колючек-то всяких. Так, ну давайте посмотрим. Всю массу отдал, ну спасибо. Так, хорошо, мы прям в каком-то лесу из колючек. Нормально. Вон я вижу из стаи. Ах ты ж, блин, скушал. Я не хотел. Давайте поплачем. Так, Озон. Так, плохих ребят я не вижу. Плохие пока Red, ребят, у нас только. Ну а так все круто. Неплохо получается. Так, Озонг. Давайте сидим. Кушай, кушай. Вот. О, спасибо, спасибо за массу. Так, все хорошо. Понимаем с, без слов друг друга. Так, а это кто такой? А, ДС. За ВДВ. Прикольно. Давайте покормим. Покормим так нашего друга. Надо. Так, ну, мне кажется, надо с другими кланами тоже тимиться. Давайте хренчика поможем.
Ай, зажали. Так, ну ладно, давайте подрастем. Я могу даже ускориться, могу даже сильно ускориться. Так, какие-то обнимашки у нас только что были. Отлично. Так, я там вижу еще колючки. Мне нравится на колючки напарываться. Так, блистательно. Давай, кушай, кушай. Так, хорошо. Прям в самом углу. Так, нормально. Все, что у нас 31 минута, неплохо опыта принесли. На каком мы вообще месте, давайте посмотрим. В клане. Четвертое место, на третьем месте СД, потом Грей на втором месте и Хаос, ребята, на первом месте. Вот, ну мы неплохо, ребята, мы сейчас в бронзовой лиге и так хорошо закрепились в пятерке лучших. Это очень круто. Возможно, мы с вами перейдем в серебряную лигу. Вот, но там уже будет очень сложно. Давайте посмотрим, сколько мы набрали. 4000. 4000, ребят, нам это не поможет. То есть в серебряной лиге будет очень сложно. А, ну а на этом я, ребят, с вами прощаюсь. С вами Ладарит. Не забывайте ставить пальцы вверх. Чем больше пальцев, тем чаще я буду снимать летсплей на эту игрушку. Скоро у нас будет также прямая трансляция, как на Твиче будет 100 подписчиков, я, ребят, постараюсь организовать прямую трансляцию. Вот, ну пока что, до скорого, ребят, пока-пока, уже поздно.